наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня мы с вами хотим поделиться волшебным периодом, который нас всех ожидает с 12 по 26 февраля. Обязательно досмотрите это видео до конца, для того, чтобы правильно сделать и открылись врата судьбы и произошли кардинальные изменения в вашей жизни. И обязательно, друзья, поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете счастья, любви, добра. Пусть они услышат это видео и начнут менять свою жизнь. И прямо сейчас, друзья, в комментариях к этому видео напишите: «Я настроен» или «Я настроена на привлечение изобилия и процветания в свою жизнь». Итак, друзья, у нас 12 по 26 февраля ожидается волшебный период. Это такой период, когда грань между мирами стирается, и Вселенная напрямую слышит наши просьбы и исполняет их. Поэтому, друзья, это прекрасное время смоделировать жизнь своей мечты. Да, вы не ошиблись, именно смоделировать. И в этот период мы с вами получаем большую поддержку от наших предков и можем проработать и исцелить свои родовые программы. И вот открывает этот период, волшебный период, у нас новолуние 11 февраля в 22 часа 7 минут по Москве и китайский, друзья, Новый год, который продлится 15 дней, пока Луна будет расти. И в течение этих 15 дней сила Луны растет, и мы сможем проводить с вами различные ритуалы, практики для исполнения наших желаний, для привлечения достатка, для привлечения изобилия в нашу жизнь. И все, что мы заложим в это время, друзья, у нас это исполнится. И, знаете, вот у вас будет мощный прорыв. Поэтому не упустите этот шанс. И этот самый период, когда надо начинать то, что вы давно вот хотели, но откладывали. И энергии тонкого мира в этот период будут соприкасаться с нашим миром. И, к сожалению, в этот период негатив, какие-то злые духи будут спускаться на землю. Поэтому сейчас очень будет важно носить с собой какие-то защитные амулеты, талисманы. Также не лишним будет, когда вы будете каждый день возвращаться домой, будете принимать душ или ванну с морской солью. И обязательно весь этот период жгите дома свечи и окуривайте дом травами или благовониями. Крайне, друзья, неблагоприятно в этот период посещать кладбища, больницы, ходить к экстрасенсам и делать ритуалы черной магии, а также устраивать сеансы регресса и погружения в прошлые жизни. Также не посещайте в этот период массовые мероприятия, потому что наша энергетика будет очень чувствительна. И если у вас есть возможность, то откажитесь на этот период от посещения врачей и лечения. Но мы здесь не имеем в виду, что нужно отказываться в экстренных или каких-то неотложных ситуациях. А в общем, друзья, вот такой вот волшебный период, который вы можете использовать для себя. Поэтому обязательно воспользуйтесь. Давайте будем закладывать с вами жизнь в самых лучших и ярких красках. Ведь мы с вами волшебники, и мы это можем сделать.